Всем хай, с вами SafePro, и сегодня мы вместе с вами отправимся в мир динозавров в нашем ванильном Майнкрафте. Собственно, друзья, для этого нам понадобится установить два мода. Два мода — это именно моды на динозавров, которые перенесут нас в эру динозавров, и это будет замечательно. Давайте посмотрим первого динозавра. Собственно, чтобы заспавнить динозавра, вам придется взять яйцо спавна свиньи, и после чего появится вот такой маленький детеныш раптор. И, друзья, он будет расти. Если он достигнет максимального роста, то приручить этого динозавра вы не сможете, он станет агрессивным и сможет вас убить. Обратите внимание на их когти, они просто замечательно пририсованы. И детеныш пошел за своей матерью. Ладно, идем дальше. И сегодня, друзья, я вам покажу просто самого огроменного и гигантского динозавра за всю историю Майнкрафта. Приготовьтесь, даже я не знаю, что будет, потому что я первый раз запускаю вместе с вами этот мод. Возможно, могут быть и лаги. Что ж... А, нет, друзья, вот такая громадная штуковина появляется в нашем мире Майнкрафта. Он просто громадный, посмотрите на его текстуру, обратите внимание на его глаза, на его рот, на его челюсть, он просто... жестокий монстр, который готов убивать. И мы давайте проверим, насколько он же жестокий. Для этого перейдем в режим выживания. И надеюсь, все готовы. Маленькие эти рапторы нас не должны атаковать. Но я так надеюсь. Что ж, переходим. Ух ты. Ух ты. Как быстро ты нас убил. Да, друзья, теперь вы понимаете, какой урон наносит данное существо. Ну, рапторы нас и не пытаются трогать, потому что они еще пока маленькие детеныши. Ну, а большой стоит и радуется над нашими вещами. Куда ты побежал? Ух ты, друзья, подлагивание. Оу, как он прикольно бежит. Но нет, он нас опять же убивает. Ладно, собственно, вот такое. Ух ты, друзья, он бьет наших рапторов. Ух ты. Ну, это довольно прикольно. И это заслуживает лайка. Собственно, он попал в кактусы и умирает. Ух ты, печальный конец мог бы быть у этого чудовища. Ну, собственно, мы... Ух, нет, нет, нет. Ладно, друзья. Собственно, вот на этой ноте мы с вами попрощаемся. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал.